Всем приветики. Я как-то себе купил такой переходник. Мы были в магазине «Тысяча мелочей». Я там завесил такой переходничок. Я подумал, классная штука. Как бы можно лампочку включать прямо в розетку. Получается, сюда закручивается лампочка. И все. А это вставляется в розетку. Made in China. Кстати, я посмотрел на Алиэкспрессе. У нас такое стоит 1,5 рубля. На Алиэкспрессе 3 рубля. Нашими. А в магазинах 2,30. Этот самый дешевый за 1,60 рубля. В такой лавке, типа мелочевка там всякая. Переходник велкопатрон. И удобная как бы штука. То есть вот вкручиваешь лампу, а дальше просто вставляешь в розетку. Сейчас возьму переходник. Просто вставляешь в розетку. Все. Удобно. То есть к любой розетке в доме подошел, вставил, зажглось. Можно даже вставить сюда вот в переноску и ходить светить. Или я не знаю, ну вообще удобная штука. В любом месте ты можешь включить лампочку возле любой розетки. Или вставить в переходник и донести лампочку туда, где нету ни ламп, ни света, ничего. Как бы удобно. Вот. У меня я использую вообще как ночник. То есть у меня есть такая лампочка, еще старинная, советская, сейчас я таких не видел. И ночью вообще классно смотрится. То есть вот вставляем. И она так вот светится. То есть она вообще то есть светит красным таким. Получается, там 2 пластины. Вот если выключить, там 2 такие пластинки. В обычных лампочках там такая нить, и она бывает рвется, и лампочка перестает гореть. А здесь нет никаких нитей, здесь просто 2 пластинки. И они как-то вот между собой, видимо, создают какую-то, я не знаю, электрическую дугу, наверное, или что, и она... Ну, я не знаю, как это объяснить, но, в общем, здесь нет никаких нитей, здесь ничего не может порваться. То есть она вечная. Даже, мне кажется, если она разобьется, она все равно будет работать, главное, руками и будет не дотронуться. Наверное, я не знаю, но мне так кажется. Включаешь. Вот она. И пошло. И бегает так вот. Типа как огонек. Оно так и сделано в виде такого, типа, свечки такой, огонька на свечке. Включаешь. И оно так мелькает. В темноте вообще классно смотрится. Сейчас я могу выключить свет. Ну вот, в итоге выключил свет. Включаю лампочку. Правда, здесь такое идет мерцание на экране, не знаю почему. Ну, в общем, как ночник вообще классно смотрится. То есть... Не знаю, правда, почему мерцание идет на камере. Ну, в реале, естественно, такого мерцания нету. Все нормально, как бы. Ну, вообще классно смотрится. В темноте она особо так, не особо так и светит. Как ночник вообще идеально, типа, так слегка освещает и так особо не напрягает и красиво смотрится. Просто камера не передает этого всего. Так, сейчас попробую настроиться. Ну вот, настроился. Ну, как раз вот так оно примерно и горит в реале. Только вот цвет немножко в реале более... Ну, здесь более яркий, в реале немножко более очертания видны. Здесь как-то оно не особо видно. Ну, в общем, камера не передает так, как оно на самом деле.
Ну, в общем, прикольно смотрится так. Вот, поэтому у меня теперь есть такой прикольный переходник с такой классной лампой. Я ей пользуюсь. Удобная штука. Там еще есть такие с выключателями. Нажимаешь, вставляешь его, и не как я на переноске нажимал, типа вот здесь кнопку, чтобы включить и выключить. То есть, если нет такой кнопки, нужно вытягивать либо его, либо переноску из розетки. А у меня есть кнопка. А если нет кнопки, то надо вытягивать сам переходник. А есть там такие с кнопкой. Нажимаешь, включается. Нажимаешь, выключается. Ну, так что такая вот классненькая штучка. Ну, а на этом все. Всем покедова.